Спонсором выпуска является сервер B16. На нем вы найдете киты, ТП, хоум, кланы, стаки, рейты, X2, RPG-систему. Не найдете ремува и френдли файра. Привет, с вами B16, и я решил повыживать с камнем. Просто с нуля. Как обычно, я очнулся на берегу. Вокруг дома, весьма немаленькие дома. Играю я на сервере B16 Sharp 1. И посмотрим, насколько меня хватит. Может построить себе хоть какую-то маломальскую будку. Я уже молчу про экшен. У меня тут просто очуменное оружие. Это факел, камень и бинт. Супер. Так, ну что же. Где деревья-то, ребята? Вы что тут все повыкосили? Дайте хоть что-то пофармить. Мне такие вот моменты нравятся, когда ты подходишь... Думаешь, что здесь лес, здесь много деревьев, а там деревьев нет, их все выкосили. Шикарно. Если руду и все остальное можно спокойно фармить карьером, вот так вот, да. Но, к сожалению, деревья фармить можно только вырубая деревья. Так. Там уже какая-то адовая пальба, поэтому надо делать ноги отсюда подальше. Чем дальше, тем лучше. Заодно можно полутать на шаре что-нибудь, бочечки там и тому подобное. И звуки. Упс. Ага. Не-не-не, дружок, лесом. Бегать я тоже умею хорошо. Даже не думай. Ага. Ах, ты ж такой нехороший, попал меня. Слушай, так я не доживу до своего дома такими темпами. А таких вот адовых лучников. Да. Все, по кустам надо быстрее отсюда. Ага, стрела сломалась. Мне нравится этот эффект, когда стрела обо что-то спотыкается и такой звук. Поломанные стрелы. То есть, как бы, немного нелогично, недоработано. По идее как, стрела втыкается? Втыкается, да. А иногда стрела втыкается, ломается. Сделано это для того, чтобы люди не спамили стрелы, например, при рейдах. Получилось весьма, я бы сказал, кривенько. Очень кривенько. Ну ничего, в будущем это все доработает. Здесь много мелочей, которые нужно дорабатывать. Так это он отстанет от меня. Пока что этим никто не занимается. Так, а где бинт-то? Наделаю себе бинтов. Слушайте, да какой-то он злой, кепка. Но у меня же ничего нету. Кепочка, отстань от меня. Ну погоди, кепочка, я что-нибудь найду сейчас. Так, нормально, начинается все. Вот это... Да ё-моё. Может, мне камень попадется в пути, я все-таки сделаю себе лук. Кабанчик. И кепочка вообще жесткая очень. Ага. Я бы, честно, уже перестал бы бежать, потому что мне бы это надоело. Этот нет, не отстает. Ага. Ладно, у нас есть вообще суперский отхил, называется он «Чудесные бинты». У меня, к сожалению, ничего путного более нету. Будка, ну нет, в тебя мы тоже не спрячемся. Слушайте, честно, он меня уже достал. Вот просто достал. Я бы уже сам реально перестал бежать бы. Ну что у меня такого может быть ценного, если я убегаю? Хотя да, по логике, если я убегаю, значит у меня по-любому есть что-то ценное. Но нет. Сейчас я убегаю потому, что мне надо просто выжить. Я хочу построить себе маленький домик и спокойно в нем жить, чтобы меня никто не трогал. Первое время. Вы же понимаете, что в Расте никто не трогал, это... Понятно. Так, ладно, у меня есть одна стрела, у меня есть немножко ресов, но мне их не хватает на лук. И вроде бы этот товарищ от нас отстал. Хорошо. Так, ох, что это у нас там? Какой-то интересный домик. Да ладно, отстал. Ой-ой. Кепочка, убегай! Отлично, долбанный чат залагал. А спасибо тебе, чат. Спасибо. Так. Чат меня, как всегда, подвел. Он у меня был забинжен почему-то на Т. И, в принципе, я его сам туда не биндил. Это было сделано по умолчанию. Я это подчистил и думаю, в будущем не нажму на эту кнопку по случайности. Так вот, давайте все-таки пропишем какой-нибудь кит и попробуем чего-нибудь нафармить. Вроде бы в этот раз я резнулся в какой-то более благоприятной местности и, скорее всего, проживу немного дольше. Home, new gift, food, clothes, gift. Давайте, мне нужен home. Kit home. О!
Шикарно, ребят, вообще пошел фармить. Сейчас мы быстренько нафармим, что-нибудь себе построим. Может быть, даже сделаем лук. Ткань уже есть, надо бинты сделать сейчас на всю ткань, да? Вот так. Вот так вот, ребята, вы гляньте. Гляньте на этот бонус. Можно спокойно отхиливаться, но, к сожалению, кушать-то нечего. Так. Что у нас? Давайте вот так сделаем. Ладно, побежал фармить. Зато деревья есть. Самое что интересно, да, здесь есть деревья, потому что их еще не вырубили, удивительно, но это хорошо. Мне бы арбалетик. Ну и лук, в принципе. Для начала, конечно, лучше лук, потому что арбалет он такой. Стрельнул и отбежал. Не всегда это получается. Че так много медведей, не понял? Кто их пораскидал всех? Так, давайте-ка. Давайте-ка. Пофармим. Система РПГ есть, я немножко вкачанный. Но это ничего страшного, это нормально. Так. Для начала нам пойдет деревянный дом. Нам бы еще металла потом где-нибудь набить, чтобы у нас как бы замок хотя бы был кодовый. Кодовый замок — это the best. Из него все очень тяжело. Кто-то, кстати, рассказывал, что бинт на быстрый фарм, он неудобен, потому что можно словить в лицо. Так вот, за все время фарма, сколько я фармлю в расте, всего лишь несколько раз я попадался, когда просто вот так вот в тупую стоял и в одну точку бил. Несколько раз за 1к часов. То есть, да, вас могут прибить, но я даже на крупных сервках, когда фармил, мне почему-то, наверное, везло, что ли. Я либо вовремя убегал, либо просто слышал, что кто-то подходит. И тогда просто делал ноги. Ага, вот еще один герой. Но теперь я делаю ноги, потому что... Товарищ сейчас нас точно раскидает. У меня... Кстати, надо сделать ноги, сделать просто времянку и поставить туда спальник. У меня хватит ресов. Да, у меня хватит ресов на банально... Один на один, без дверей. Отлично. Там же еще шкаф нужен. Так, на кого он нарвался там? Шикарно, ребятки, вы гляньте. Это шикарно, волк, спасибо тебе. Взял его и раскатал. Побежал дальше лагать. Иду залутаю. Надеюсь, волк меня не раскатает. Слушай, собачка... Ты вообще the best. Герой-воитель. Отлично. Герой-воитель. Так, еще убегаем теперь отсюда. Делаем ноги. Вообще, кстати, идея у меня такая есть. Рядом с Пукибиром построиться. Он все-таки комфорта дает много. Ладно, там сейчас опасно. Мы отсюда как-нибудь подальше уйдем. Давайте пофармим еще немножко, чтобы у нас хотя бы дерево про запас было. Про камень я уже молчу, с камнем беда. Кстати, надо на камень, надо стрелы просто сделать себе, да и все. Где-то у нас стрелы. Вот так, нам хватит этого. Инстакрафт, отлично. Побежали отсюда вам. Так, что у нас тут? Очередная какая-то разбитая хатка. Ну, ничего страшного. Так. Ну, в принципе, да, она раздолбана, ничего такого. Давайте посмотрим, где можно построить маленький такой уютненький домик. Что у нас тут вообще в зоне досягаемости? Маяк. Так, я понял вас. Просто маяк, окей. Никакого от него толку не будет. Ну давайте глянем еще. Мне надо так, чтобы домик был как бы... Не знаю, на горке небольшой. Потому что на горке вид во все стороны хороший. Про эти низины, да, вроде круто, но нет. Есть и минусы. Большие минусы. Вот это шикарное просто произведение искусства. Надо уметь так строить, ребята. Что у нас вот там? У нас вот там, тут у нас нормальная такая застроечка, но вот это вот тоже суровая застройка, я как бы не боюсь этого, нормально. Побежал я дальше, посмотрю еще места, если буду живой, я что-нибудь себе построю. Упс, помойка, как же я так мимо прошел-то. Отлично, отлично, помоечка. О, тоже печаль. Пальба где-то идет. Пальба. Давайте двинем отсюда подальше. А, лошадка, ты меня так не пугай. Вот это место мне нравится. Тут просто, тут нету особо кустов, почти нету. И ресики есть, там уже пальба идет. Поэтому я застроюсь прямо здесь. У меня появилась идея на время, как бы, идея на время. У меня будет мелкий, не особо крутой домик. Вон еще домики. Вообще отличное место, все надо чуть-чуть еще пофармить. То просто хватило. Сейчас я быстренько построю такую небольшую времяночку. Мне надо сразу заранее сделать себе шкафчик. Потому что без шкафчика будет тяжко.
Сейчас мы деревянный фундамент ставим. Надо побольше ресиков нафармить. Реально побольше, потому что мало ли что сейчас будет дальше. Допустим, сейчас придут какие-то враги. Я уже не нафармлю, мне придется отбиваться. Ну или меня просто сольют. И, кстати, надо себе спальник сделать. Спальник, спальник. Так. Пусть они там пока стреляются, все на выстрел идут. Я быстренько успею нафармить. Да, я прямо такой по всем сторонам, во все стороны смотрю. Вдруг кто-нибудь подойдет ко мне и убьет. Помню, когда-то я давно фармил, еще когда только начал играть в Раст. С калашом. Наверное, был первый или второй мой калаш в Расте. Я радостный, с калашом фармлю. Выбегают два типа и меня убивают, и моего товарища. Печаль была, но мы не расстроились. Нас потом еще 7 раз рейдили, мы дом этот отстраивали, отстраивали. Тогда еще сишки били по площадям. Было жестко очень. И все ближе и ближе. Так, домик у меня будет 3 на 3, шкаф внутри. Вот так вот. Не знаю, получится ли у меня это или нет. Ну, мы попытаемся. Да нет, скорее всего, в эту сторону у нас не получится. Эх, ломать нельзя. Так, давайте подумаем, что нам сделать, что нам сделать. А в эту сторону? И в эту сторону. О, оп, отлично, отлично. У нас есть лук. Мы можем просто с лука взять и вот так сделать. Делайте ко мне, все отлично. Взять и вот так сделать. Gotcha, bitch! Ах ты ж, ё-моё. Взял и сделал. Недолго музыка играла. Вот так вот. Не дают нормально построиться. Какие-то бичары уже с винтовкой бегают полуавтоматом. Да ё-моё. Дайте мне нормально построиться. Чё всегда меня все пытаются убить? Бичары, отстань от меня. Чем срать во все стороны? Сразу видно, скилл у чувака есть. Ломал мой дом, небось, да? Че, я рад за тебя. Так, бинты, бинты, бинты. Скушать. Скушать, 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 скушать. А, куда я вышел? Вышел я туда, куда не надо. Ладно. Долго думал. В итоге получил. Хоть возвращайся к пуке мишки. Ага, там кого-то пальба идет. Вон и что. Так, ну главное, что я своего скилла не растерял. Убегать я все-таки еще умею. На это я еще способен. Давайте сделаем еще бинтов. Нам надо много бинтов. Так, давай, 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 давай. Выкину здесь. Мяско сырое. Ладно. С этим домиком не зашло. Правильно. Ну что же. Надо что-нибудь придумать. Да. Ребята, что-то недалеко от меня, и как-то здесь напряжно строится. Ага. Стреляйтесь, стреляйтесь, ребят. Убежал, да? Отлично. Так. Тоже придется где-то еще строиться, пытаться. А может не вариант возвращаться? Ребята все-таки суровые, опасные, я уже это понял. Ладно. Я попробую еще раз, у меня осталось 4000 дерева. Я хотел все-таки сделать 3 на 3 шкаф внутри, но что-то я думаю, я банально могу не успеть сейчас это сделать, потому что надо искать местность. А у меня как бы условия не располагают к поиску местности. Мне могут в любой момент просто... Да. Тут еще и Мишаня, который тоже не располагает к тому, чтобы я искал нормальную местность. Это уже совсем не круто. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Миша, только давай за мной не будешь бежать, ну тебе. Реально здоровый, злой. Так. Полутать не даешь мне. 3 на 3. О, как раз туда. О. Так, ладно. Все, ребята, я принял решение. Я просто сделаю ноги отсюда куда-нибудь подальше. Там невозможно. Прям совсем какие-то суровые ребята поселились. Опасно. Знаете, что я вижу? Интересно. Пусто, да? Я такой не первый, ага, окей. Ну тыкву я заберу. Пустая хатка. Нет, не пустая. Обрадовался. Ага, какая халява. Никакой халявы тебе не будет. Все сам строишь. Так, что у нас тут? У нас тут... Опа! Отлично. Азмат и крутейка, крутейка. Что-то вот сейчас я подобрал крутейку, и у меня вспомнился старый раз, то есть еще старых версий. Он такой классный был.
Я просто тащился от него. Тут, не знаю, ностальгия жесткая взыграла. Хоть и раз сейчас не скажу, что прям плохой стал, но раньше он был особенный. Он был намного более особенный, чем сейчас. Мне трудно это объяснить, но оно реально так думал. Кто играл в те старые версии, те, в принципе, поймут, о чем я говорю. Тогда были свои примочки, как бы свои приколы, и реально было это все круто. Моя, конечно, может сыграть со мной злую шутку. Была не была. Эх. Эту фигню делаю просто непонятную. Мне надо просто застроить вот это вот. Но у меня не получается сейчас это сделать. Так, ладно, походу я отсюда тоже сматываюсь. У меня просто идея построить банально какую-нибудь халупу себе, не париться, не выдумывать вот это вот суперстроительные дома. В смысле, супер крутые дома со всякими примочками. Когда снимаешь видео о том, как что строить, обычно там все четко и просто. Здесь вот я смотрю, мне не дают. Дают нормально построиться. Надо пофармить дерево еще немного. И по сторонам смотреть. Кусочки валяются квадратные. Отлично. О, отлично. Мне бы еще какую-то зверюшку убить, залутать ее, потому что мне нужна плавилочка. Отлично. Вышел Кайра. Как так и надо, да? Что мы тут можем найти? Смерть мы точно здесь можем найти. Это вариант. Вот, это мне нужна толкушка это. И что-нибудь покушать. Ага, вон он. Беглец этот. Так. Теперь делаем ноги. С какой-нибудь другой стороны я попробую построиться. Что же мне построить? Так, 4000 дерева. Здесь себе нашел прилично. Лук есть. Камня. А у меня тоже есть. Вроде никого. Мне показалось, я шаги услышал. Так, ладно, надо. Я уже каждого шороха пугаюсь. Надо делать ноги. Где-нибудь сейчас построиться просто вот без всяких там задумок с крутыми домами, просто обычный домик. Потому что с данным рельефом я, по-моему, попарюсь. Вот это мне нравится местность, в принципе. Хотя нет, я все равно сейчас попробую, тут пока место тихо. Я, как говорится, испытаю удачу. Ну, ставься, дружок, давай. Отлично. Давай, давай. Ломайся. Опачки, да? Хотя, может, я это зря сделал. Все-таки эта штука нам годится, да? Да, в общем, будет у нас какой-то непонятный дом. Вообще непонятный. Ага, непонятный настолько, что он особо-то и не построится дальше. Вот в чем проблема. Ух, какая печаль-то. Кстати, я тут кое-что придумал сейчас. Вот прям сейчас. Вот так, да. Это, конечно, не гениальная идея, но все же претендует на... Это так, да. Вот так вот. Все. Примерно так, как я хотел. Так, теперь. Теперь что мы делаем? Что у нас там? Камень печаль, все печаль. Первое, что я сделал, наверное, это вот так. Вот так. И затыкну сюда шкаф. Так. Давай, дружок, вылазь.
Ага, шкаф авторизоваться надо не забыть, ребята. Что-то я не подумал, где мой билдинг-план. Теперь просто все лишнее поломаем быстренько. Давай вот так вот, дружок. Ага. Все отлично. Так, что мы здесь ломаем? Вот это я ломать буду. Вот это и вот это. Вот. Примерная схема суперхаты готова. Надо немножко пофармить камни. Камень нужен мне очень-очень. Кстати, ребята, знаете, сейчас, чтобы не допустить каких-то там фатальных ошибок, надо кинуть себе где-нибудь спальник. Я пока не придумал, как я отсюда буду пытаться вылазить. У меня уже есть одна идейка. Вот как-то так, да? Что это за... Ну ладно. Ладно, ребят, я все понял. Так и надо, да? Вот как-то так. Дом один, просто назовем дом один, да. И пойдем прифармливать дальше. Где тут у нас это вот, чтобы было на экспрессе? Ё-моё! Вообще, разрабы, конечно, постарались со своей прорисовкой. То есть, как они исправили баг, при котором на расстоянии, бывало, мы могли просмотреть, как... То есть, из чего состоит дом, из чего он там построен. Примерно, где что находится. Они это исправили. Исправили постановку каких-то непонятных текстурок, которые жутко долго подгружаются. То есть, от них толку, ну, то есть, в плане пользы вообще мало. Да, теперь мы не будем видеть, что там в домах. Но лучше бы мы видели, потому что на оптимизации это сказалось таким просто печальным моментом, что не передать словами, ребята. Я не понял, что я сейчас там улучшил? А, у меня камни вообще ни о чем, да? Ну ладно. Вот так сделаем. Теперь у меня появилась отличнейшая идейка. Сейчас я вам покажу, в чем ее суть. Так. Как же эта штука у нас там, что там она стоит? О! Да, поставится, значит, или нет? Должна поставиться. Вообще, в будущем. Просто сделаю здесь люк. И все, не будем выдумывать никаких велосипедов. А сейчас у нас нам совсем печаль. Поэтому. С большими ящиками. Большие-пребольшие ящики требуют металла, коего у нас просто нет. Соответственно, вот это надо сделать. И где-нибудь запхнуть здесь. Давайте где-нибудь вот здесь. Вот так. Ага, пальба идет. Я все поскушиваю. Фрагментики оставим. Поэтому посадим где-нибудь. Ладно, я вот примерно так. А, мясо давайте оставлю тоже. Так. В принципе, там еще было дерево, ладно. Фармящий инструмент. Тоже мы сделаем теперь, да. Давайте теперь просто что-нибудь. Что-нибудь просто добудем. Допустим, хотя бы дерево. Показалось, да? Ну, будем думать, что показалось. Так, давай, добывайся. Кстати говоря, надо хом прописать себе и все, ноль проблем будет. Ну, как вариант. Опасно. Вообще, надо быстренько укрепить дом основной, то есть сделать всю работу. Чтобы у него банально не смогли залезть. Ладно. Просто фармим. Так. Пофармили. Теперь нам главное как-то залезть. Таким вот так сделаем. И погнали. Так, все мы здесь улучшили, да? А нет, не все. Вот эту штуку надо улучшить до камня. Вот так вот. Значит, потом мы этого сделать. Ну, как сказать, мы все-таки сможем это сделать, но фокус будет очень трудно поймать. Ну, камушек. Ну ладно, ну что тут такое? Чуть-чуть не хватило камня. Реально. Нам надо еще камня, получается, чтобы улучшить фундамент и улучшить фундамент. Да. Ну что же, поехали. Так. Надо все это сфармить. Пока никаких злых товарищей нету. Спокойно, быстренько добудем все это. Спальник у нас есть. Частично фундамент уже сделан. О, 1500 камня, 1600 даже. Хорошо. Сейчас еще добудем вот это вот, и можно будет аккуратно
там закрыться. По крайней мере, нам надо еще наплавить все. Нам еще нужна плавилка, и мы сможем взять кодовый замок. Правда, я даже не решил, в каком виде у нас будет дверь. Будет это люк или будет это все-таки какая-то обычная дверь? Где она будет, из чего она и как? В общем, сейчас подумаем. Вот так вот. Мне дерева не хватает на... Ладно, попозже сделаем новую кирку. Побахнуло знатно. Очень хорошо так. Отлично, у нас есть топляк. Нам теперь не хватает чего. А, все, в принципе, нам сейчас всего хватит, я думаю. Так, печечка, давай. Опа-ля. Все, у нас все есть. Остался даже чуть-чуть топлячок. И давайте первыми буду Первыми буду плавить вот эту штуку. Да, нам нужен металл. На начальных этапах нам очень сильно нужен металл. Кстати, серу можно выкинуть. Так, сюда. Ладно, что же сделаем? Можно ее поставить прямо, кстати говоря, здесь. Будет такая мобильная нычка. Если на будущее можно фреймик поставить. А у меня дерева сейчас с собой нет, окей. Давайте я поставлю эту штуку. Пусть она будет сокрыта здесь. И можно прямо вот так как-то. О! Все как надо, прям вписалось идеально. Давайте сделаем вот так. Возьмем отсюда немного деревяшек. Я даже поменьше возьму, вот такое количество. Зарядим, да? Давайте где-то вот. Вот столечко. И отсюда возьмем вот где-то так. И запускаем. Ну, давай. О, хорошая плавка пошла, ладно. Теперь надо идти фармить. Мне надо фармить дерево, мне надо фармить. О, вау. Стой, куда покатилась? Опять ракета. Вот как мне ее сейчас использовать-то? Вот так. Мне надо, чтобы просто я мог подпрыгнуть и открыть этот люк. Все, более мне ничего не требуется. Вот как-то так, да. Теперь я ставлю замок. Разумеется, я скрываю свой пароль. Опа! И мы дома. Давай сюда. Что у нас в этом ящике? Это сюда, костяшки, кожа. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Не забывайте приходить на мои стримы.